На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Воинов Александр Сергеевич, мне 14 лет, я из города Чебоксары. И представлю стихотворение собственного сочинения. Я благодарен нашим прадедам за их победу, я буду век их чтить и вспоминать. За целые 4 года голода и страха они смогли перед каждым устоять. Великий факт, блокада Ленинграда, как град свалилась на страну. Там русские годами воевали, но не сдавались никогда. Там наши деды молодые рвались вперед, под пули лезли, чтобы домой вернулся молодняк. Сегодня стукнет ровно 70 со дня начала адской суеты. Пусть ветераны вечно будут живы и счастливо улыбались всем.